Всем привет, дорогие друзья! Сегодня работа будет от подписчика. Прислал мне вот такой уровень, чтобы с ним разобраться и сказать, что с ним нужно сделать. Или он хороший, его нужно почистить, или его нужно шлифануть. И сделать болты, которые тут конусные, они сорванные. До этого всего мы дойдем, но сначала хочу вам показать два натурамера, которые он прислал. Они долго лежали, но они новые. Ними еще никто не пользовался. И такие часики. Хочу сказать своему подписчику огромное спасибо. Это все пойдет в работу. И это все вы увидите в следующих видео. А сейчас мы смотрим на нашего. Для начала мы возьмем щетку и его полностью вычистим, чтобы у него не было ни капли ржавчины. После этого мы шлифанем магнитную плиту на плоскошлифовальном станке. Она у нас будет ровная. И мы на нее поставим наш уровень. И сверху мы сможем обкататься, посмотреть, чьи все плоскости у нас одинаковые. Ну вот и все. Я его очистил. Дальше ставлю на магнитную плиту и буду проверять. Как вы видите, плиту я шлифанул. Плита у нас шлифованная, без задиров. На плите берутся задиры, когда мы ставим какие-то детали, они сильно прижимаются, и мы, чтобы их снять, начинаем их тянуть. И на плите появляются вот такие задирчики. Зараз их нету, и мы сможем проверить наш уровень. У нас нижняя плоскость к боковой плоскости должна быть под углом 90 градусов. Если сейчас мы сюда кинем стоечку и опустим камень в самый низ, мы увидим, что у нас здесь должен быть 0. Или до соточки. Выставил я индикатор на 0 и сейчас буду опускать. И вот мы видим, мы опустились почти в самый низ, и у нас показания не изменились. Это означает, что у нас здесь четкий угол 90 градусов. Теперь развертаю часики, чтобы опуститься еще ниже. Точно так само у нас стоит 0. Это по этой стороне. Дальше мы переходим на другую сторону, но нужно поднять камень. Бо он упирался в магнитную плиту. Опустим трошки вниз. Точно так само выставляем на 0. И поднимаем теперь вверх. Как вы видите, показания не изменились. Это означает, что наш уровень четко под углом 90 градусов. Дальше мы проверяем еще две плоскости. Что они нам покажут? И переставляем на вот другую плоскость. Дальше мы делаем проверку по этой плоскости. Точно так само. Если здесь у нас точно так само все good, то мы просто шлифанем эту сторону, эту и две боковые. Для того, чтобы нашему уровню дать вид нового. Это попросил подписчик. Если бы я его делал для себя, я бы точно так само шлифанул бы боковые стороны и еще верхние. Эти стороны я бы не шлифовал бы. Потому что они классные, до них нету претензий. И эти стороны будут постоянно задираться. Уровень будет куда-то ложиться, и на них будут и задиры, следы. Так что смысла шлифовать я просто не вижу.
вытащил от такого ремонтного конусного болта, и на этом моя работа по уровню закончена. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, будет еще много интересных видео.